Привет, ребята! Сегодня у нас будет такой немного необычный видосик, впрочем, как и всегда. И главными действующими лицами будут Тёма, Женя и моя жена. Они пока об этом еще не знают, поэтому для них это будет, скажем так, сюрпризом. Если получится сделать все то, что я запланировал, то это будет реально круто, я отвечаю. Чтобы сильно не затягивать вступление, давайте единственное добавлю, ребята, пора подписываться. Нас становится все больше и больше, канал растет, а вас не хватает. Жми на красную кнопочку под видео и вливайся в движуху Life Today. Поехали! Это сопли коровы простывшие. Алло. Алло, Саша, что вы гуляете? Нет, дома. Дома еще. Мирослава спит? Нет. Слушай, Сашунь, я, короче, тут собираюсь с подписчиками видос снимать, да? Коробку сделаю. И в коробку надо запхать какую-то мерзость. Ну, а в коробке будет там какой-то предмет лежать, и им надо будет его найти. Вот. Что можно, да, какую можно мерзость туда в коробку засунуть? Ой, даже не знала, ну, может, каких-то... Не знаю, червяков, опарышей. Фу, опарыши, они мерзкие. Ну да. Их, я знаю, оптом вроде бы продают. Можно купить. Да. Пойдет, записал. Угу. А, ну, я там думаю, да. Я думаю, туда несколько предметов совать, поэтому что еще можно, кроме опарыша? Еще какие варианты есть? Лучше живность, конечно. Что-что? О, лягушки. Они мерзкие. Ха, ну да, все. Их реально будет наловить? Да ну да, их на речке целая куча, возьмем под сак, я думаю, как-то налою. Есть, короче, на примете вариант один. Кизяк коровий. О, там, где мы, кстати, рогатку снимали, там того кизяка. Да, там они пасутся. Под жопой жуй. Руку засунешь, она мерзкая. Как раз нормально, смотри, типа, в говно к деньгам. Деньги в говне искать, нормально. Нормально. А что-то живое, можно раков, я сейчас видел недавно, везде они сейчас продаются. Ага. Ну да, слышь, они как раз такими с ключами, да. Как ухватят. Они их укусят. Я когда малой был, мне даже было хачково, блин, вообще в руки брать. Ага. Ну что, ты везде с камерой уже ходишь, да? Ну конечно, надо, чтобы подписчики знали, кто им подлости придумывает. Понял. Говори. В принципе, можно взять, ну, как вариант, соседские крысы. У тебя соседи крысы? Не, просто соседи твои захотят сниматься в видео? Не, домашние крысы есть у соседа. В подвале? Или дома живут? Нет, слава богу, ручные крысы. Ручные, ну ладно. Безопасные. Пойдет, берем. Еще варианты? Ну, давай зеленку. Пусть ходят зеленые, как Шреки. Порядок. Они тебе это припомнят. Лайком. Да. Надеюсь. Как думаете, что мы здесь собрались? Точно, красавчик, как всегда. Короче, помните, пару дней назад я каждому из вас подходил и спрашивал какие-то там вонючие голимые ингредиенты, которые можно будет засунуть в коробочку и снять потом с подписчиками, если там было что-то противное будет. Было такое? Помню, помню. А где подписчики? А где подписчики? Где подписчики? Ну подпишитесь, вы кто? Где подписчики? Ребята, где подписчики? Давайте, до 2 лямов там понты осталось. Давай, ту-ду-ду-дун по кнопочке красной под видео. Нажали, и 2 ляма скоро будет. Лирическое отступление закончилось. Подписчиков сегодня не будет. Вернее, они будут подписываться сегодня. А снимать видос мы будем с вами. На кону штука баксов. Ты хотела в Турцию? Короче, смотрите. Будем играть в такое себе поле чудес, только без Якубовича. О, да, прости, да. Прости, Якубович, да ладно, тебя не позвали, мы сегодня снимаем без тебя. Здесь вот у нас в корзине есть желточки. В желточках циферки, как вы уже догадались. Каждый из вас подходит, вынимает по одной цифре и будет знать, в какую ячейку ему совать руку. Кроме того, внутри будут не только буквы. Будет еще и вся та мерзость, которую вы хотели подсунуть подписчикам. Это фиаско, братан. Все. Вообще. Каждый помнит, что он предлагал. Ай-яй-яй-яй.
После того, как вы вытягиваете букву, у каждого из вас есть три попытки отгадать слово. К примеру, вытянул букву, называешь три слова. Правильная штука баксов твоя. Твоя. Неправильная игра продолжается. И до тех пор, пока кто-то из вас все-таки не отгадает это слово. Начиная с третьей буквы, я буду давать подсказки. Вопросы есть? Вопросов нет. Есть. А можно домой? А штука баксов? Ладно, остаюсь. Так, короче, очередность будем определять очень просто. Здесь вот три палочки. Кто вытягивает самую короткую, тот будет первым. Кто самую длинную, тот будет третьим. Поехали. Кто хочет первый потянуть? Я думал, есть. Саша. Даме предложить. Да, ладно. Тяни. Женя. Я понял. Тебе без вариантов. А ну, сверяйте свои длины. Саша идет вторая. Женя идет первым. Как обычно. Тёма идет последним. Бесконечность. Это 8. 4. Походу вы, короче, начинаете повторяться. Та-да-да-да-дам-та-дам! Первая буковка? Да. Готов? Всегда готов. Готово? Нет. Артемка, буковка номер... буква под цифрой номер 4. О, нет! Цифра 4. Так. Восьмерочка. Так, варианты. Ну, единственный, может, который я сам себе, наверное, придумал, как судьба распорядилась. А что так тепло тут? Так должно быть. Там кипяток. О, я вспомнил, что я прилал. Что это? Чесночку. Братан, да я уже. Посмотри и говори, что ты был. Это всего лишь трава. Печень? А чё отверстие маленькое? Такое у меня рука же здорово. Чё за нахер? Ой, простите, самый французский. Фу. Фу. Ой, букву. Нет, нащупал, да. Есть. Фу. Да, там надо ковыряться, да? Точно то, что я придумал. О! 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 Нашла. Фу! Говно! Фу, я сейчас трыгану. Фу, все, я пошел мыть руку. Есть! А ну? Надо рычать. Евгений! О, что-то новенькое. Ну, конечно, новенькое. Повторяться эту букву не буду. Цифра 1. Number 3. Та-дам-та-дам. Мне эта игра реально уже не нравится. Готово? Готово. Что там, ничего не видно? Тебе вот сюда. Ай-яй-яй. Там сюрпризик. Здесь везде сюрпризики. Ладно. Давай. Я рисковый парень. Погнали. Госпожа Фортуна. Ой, это тебя может укусить. Ничего, потом я его укушу в ответ. А, я уже понял. Ого. А! Блин, это сопли коровы простывшие или что? О, нашел. Я не хочу уже денег. В Турцию не хочу. Никуда не хочу. Капец, поназагадывали сами себе приколов. Главное, буковка есть? Что это? Это майонез, что еще? Ну просто, ну реально, ну немного противно. Фу, реально холодное, мерзкое такое. Ха-ха! Майонезик. Ага, а буква была. Буква запечаталась. Это такой бутерброд.
Покажи муху. Блин, подожди. Слушай, я так есть хотел просто. Твоя третья буковка? Капец, да, третья, продолжим. А самый первый. Номер один. Номер ту. Да, смотри. Че у нас там? Ты только один. Саша уже тянула. Я слышал. Слышал крики? Я очень слышал, да. Че ты вздыхаешь? Сейчас посмотрим. Убираю свои пальчики, они. Что там? Не надо сюда смотреть. Там тара. А я не смотрю. Давай я поснимаю, слушай. Ну что, поехали? Это самое жесткое. Говори сразу, живое или не живое? Живое. Твой. А! Слышь, а что там? Не тепленькая. Уже хорошо. Дайте мне валерьянки. О-о-о-о-о! Слушай, ну зато прохладно. Холодное, холодное что-то. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Это кишки? Блин, да зачем ты это сделал, Славик? Ой-ой-ой, я понял, что это. Или вернее, кто это? Слава. Оно ж не отмывается, ты вообще знаешь? А, это печень. Все равно мерзко. О. Это вот эта буква? Или какая? Или вот эта? Не, смотри, вот эта. Смотри, как думаешь. Вот эта. Вот эта. Да. Правильно ты думаешь. А. Та-дам! На кроссовок ляпнула. Да где ж буква, елки? О, есть. Есть, 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 есть. Кстати сказать, подписывайтесь на канал. Так, показывай, какие у тебя там буквы. Вот, выбил я буквы. КРЕ, да? Да. КРЕ. КРЕ, хорошо, КРЕ, КРЕ. Понятно, какие предложения? Ну, честно, тяжело угадать слово из 9 букв, собравши всего лишь 3 и не зная, с какой области. Ну, я так понял, ты дальше хотя бы подсказку дашь? Конечно, да. Я... Любую букву мне скажи тебе, я тебе скажу, какая она по счету находится в слове. Р. Р, да? Третья. Третья, да? Третья буква. Варианты? Агриколь. Красавчик, но нет. Молодец, что ты такие слова знаешь. Пам-пам-пам. Эрудит. Не, я просто знаю, что ты эрудит и загадал что-то такое сложное. Это очень простое слово, максимально простое. Жень, проще не бывает. Арка. Ну там, правда, букв не хватает. Арканоид! Арканоид! Нет? Нет. Ладно. Аристократ. Может быть, когда ты и будешь. Пошел вон. Давай, показывай, что там у тебя за буквы. Твои зеленые руки. Ну, у меня буква Ш, короче. А еще две я где-то потерял. Красавчик! Кто кроме тебя мог потерять еще буквы? Я их помню и так. У меня еще буква Е и буква П. Хорошо, подожди, давай сначала перейдем, ты скажешь варианты? Давай буква Е. Буква Е? Да. Буква Е вторая. Да я тебе, ну просто, ну я ничего, понимаю, трех ничего, сложно. Вряд ничего ли, вообще, что-то сейчас скажешь. Да, вообще ничего в голову не лезет. Что, уже слово придумала? Нет. Нет, показывай, что все, все, что я слова придумывала, это они все из 8 букв состоят. Покажи. А, К, П. А, К, П. Ну, какую букву ты хочешь узнать? К. Буква К? Да. Восьмая? Угу. Из 9 восьмая буква. Угу. Коптерка. Хорошо. Неправильно, я. Ну что, ребята, каждый из участников знает уже по 3 буквы и порядковый номер одной из них. Кто-то догадался, какое слово я загадал? Если да, жми лайк, посмотрим, сколько у вас таких сообразительных. Это гениальное просто. Цифра 8. И снова Евгений, наш друг Евгений, четвертая буква. Так, это что у нас? 6 или 9? Это, по идее, точка внизу 6. Это чудесно. Артем зеленой рукой пытается. А что у нас под этой цифрой? И меня это уже настораживает.
Если это тараканы, я сразу заканчиваю игру. Где-то здесь, да? Ну вот, вот, самый счастливый номер. Ой-ой-ой. Шо, ой-ой. О, а я думаю, там много йода. Да? Да. Поехали? Ну, поехали. Там ничего точно не укусил, ни скорпиона никакого-то не подсадил. О, ёб твой. Да, я понял, что это такое. Да. О, тепленькая пошла. Это что такое? Ты что, риса наварил или что? Шевелящегося риса! Ты японскую кухню любишь? Это не буба. Это тоже не буба. Это крысы? А! Шевелится. Что это, шевелящаяся труха с дерева или что? Не, по-моему... О, я, наверное, догадываюсь, что это было. По-моему, они тебя боятся больше, чем ты их. Привет. Ты их вообще положил туда или нет? Гниды просто, они гниды. Это была... А вот вам! Это была твоя буковка. Это так? Это так. Или это так? Нет, это так. Наконец-то. Так, ты уже считаешь? Да я считаю, я уже не знаю, реально слов не знаю таких. Хорошо. Надеюсь. Показывай. Я уже не помню, что ты там насобирал. Вот, насобирал. Да. Е. Р. А. К. Какая буква? Река. Какой? Я собрал слово река. Подожди, подсказка с какого рода слова? Это живое. Я понял, живое. Ладно, я тебе готов еще одну букву подсказать. Какая она по счету? Какую хочешь узнать? Какая? Восьмая. Ух ты, подсказал. Ничего я не угадываю, почему первая. Да все просто, пятая и восьмая. Я понял, пятая и восьмая. Ре и ко. Река. Ой, я есть хочу. Так надо было майонеза побольше хавать. Давай еще раз, можно еще повторно? Ладно, честно, ума не хватает. Сдаюсь, просто подписывайтесь на канал. Это Live Today. Нет? Нет, это не Live Today, там латинские буквы. Капец. Ничего не подумала? Короче, две подсказки. Первая подсказка — это живое. Еще какую-то букву тебе готов подсказать. Показывай, какие у тебя буквы есть. ПКАР. Какая П? Пятая. Живое, да? Живое. ПК. Явка. Нет. Ну, я буду думать. Я еще не знаю. Еще не знаешь? Нет. Легкое? Я тебе стоп говорю. Слово легкое. Я тебе даже больше скажу. Я был 100% уверен в том, кто вытянет вот эти вот две буквы. У тебя есть буква Ч. И буква Ш, правильно? Тот, кто сможет вытянуть букву Ч и букву Ш, тот отгадает слово. Я хочу узнать первую. Кстати, я нашел все буквы. Давай так, да. Первое, что я тебе подскажу, что это существо живое. Ага. И еще я тебе подскажу какую-то букву. Какую букву? А, да я уже знаю первую букву. А ну, какая первая буква? Ч. Ч-Е, все правильно. Две первых Ч-Е. Нет? Не, ну вроде три варианта, что ты говоришь? Можно три варианта. Черепашка. Бинго! Ай-яй-яй, чисто, ай-яй-яй. Я вас не просто так сюда позвал сейчас, у меня для вас есть еще одна подсказка. Подсказываю. Кто? Игра закончилась. Ты прям знал, что кто. А слово? Черепашка, ребята, черепашка. Черепашка. Принесла меня коса. Да. Черепашка. 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 Сегодня черепашка. А пока? Пока-пока. 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 Пока-пока.